«Волшебный мир театра» — так называется сборная команда 6, 7 и 8 классов 30-й школы города Химки. Именно эти ребята вышли в полуфинал регионального проекта «Театральный поединок. Школьная лига». Для школьников это уникальная возможность пройти практический курс по актерской импровизации и принять участие в программе в формате театральной игры. Здесь больше отработка импровизационных навыков, ораторского искусства, потому что важно говорить и общаться со зрителем. Здесь были созданы дирекции проекта молодежного поединка, различные тренажеры, маски, которые помогали детям, соответственно, развивать эти навыки, расширять свой словарный запас. В школе мы, соответственно, отрабатывали эти навыки. В проекте «Театральный поединок. Школьная лига» участвовали школьные театры со всей Московской области. Коллектив 30-й школы прошел все форматы этапов и занял 3-е место в рейтинге. И сегодня, как награда для всех участников, мастер-класс от звездного гостя. Тренером команды стала актриса театра и кино Ольга Авилова. Она неоднократно судья театральных конкурсов и чемпионка импровизационного батла. Ну, самое главное, наверное, заряд, их состояние, то есть внутреннее состояние. Важно, как они себя чувствуют, как они себя ведут. Как у них глаза горят, как они друг друга слушают, уважают. На сцене это очень важно. Я всегда говорю про дисциплину команды, как они относятся друг к другу, к соперникам. И насколько они заряжены, насколько они хотят выиграть, это видно. Актерское мастерство – это уникальное занятие, которое позволяет человеку узнать себя и свое тело лучше. А актерское мастерство в школе – это вообще как отдельный вид искусства. Театральная студия в 30-й школе существует чуть больше года, но ребята уже достигли хороших результатов. Сейчас они готовятся к полуфинальной встрече, которая состоится 18 мая. Мы вас любим! Мы вас любим! Мы вас любим! Безусловно, наши дети волнуются, но очень хочется пожелать им, конечно же, удачи. Я верю в то, что наши дети приедут в обязательном порядке с кубком. Они, безусловно, займут лидирующие позиции и, конечно же, займут какое-то определенное, а главное, заслуженное место в театральном поединке. Сергей Костин, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.